Всем привет! В этом видео я хочу провести очень простой физический эксперимент. Он будет называться «Вакуум в стакане». Главная часть эксперимента – это любая гладкая поверхность. Например, стекло или зеркало. Ну а я взял просто полочку из холодильника. Главная цель эксперимента – это проверить, сможет ли стакан поднять стекло. Так вам нужно приготовить стакан, стекло, спички, салфетки и воду. Для начала нужно взять одну салфетку и расположить ее посередине стекла. Эту салфетку нужно намочить. Теперь нужно смять вторую салфетку и положить по центру мокрой салфетки. Далее поджигаем и накрываем стаканом. Теперь нужно плотно прижать стакан к стеклу. Теперь нужно поднять нашу конструкцию. Теперь усложним задачу и добавим немного веса. Получилось очень круто. Я не думал, что я смогу поднять, когда на стекле было 2 стакана с водой. Очень просто. Когда в стакане происходит горение бумаги, расходуется кислород и начинает образовываться вакуум. При этом падает атмосферное давление внутри стакана, в результате чего стекло притягивается к стакану. Такой же принцип действия в вакуумных присосках для перемещения и установки зеркал и стекол. Из них также выкачивается воздух для образования вакуума. Передаю всем привет, кто пишет мне комментарии. Большое спасибо за вашу поддержку. Ну а на сегодня все. Всем пока и до встречи в новых видео.